Ну, первое спасибо. Ну, я думаю, что этот турнир не был наш. Мы играли очень... Мы не играли наша игра. Мы не показали ничто, какое мы можно делаем. Как можно играем в волейбол. Потому что сейчас мы играли как 50% для всего, для наш потенциал. Я думаю, что этот турнир был трудный, но я думаю, что не было невозможно выиграть. И сейчас можно только смотреть, какие ошибки мы сделали, работать над ними. И нужно не делать это в прошлом матче, потому что мы очень хорошая команда, очень сильная команда. И нужно показать, ну, не только, как говорит, мы хорошая команда, мы нужно показать это на поле. Думаю, что мы здесь играли очень плохо, я играл очень плохо на подаче, это турнир. Тоже в атаке не был я. Я думаю, что это был просто очень плохой турнир для меня. Не играл хорошо.